Здорово, Империя, микрофон Артём, это канал Снорн ТВ, и у нас сегодня игрушка про боевых роботов. Чё по звуку? Убавлено? Хорошо. Ну, погнали. Боевые роботы всегда интересно. Ну, по-моему, вид сверху такой будет. Так, скипаем сразу, потому что тут почему-то на английском все. Так, отлично. Темно. Что это? А, ну вот такой киборг, да? Прыгать можно. А, летать могу. Impact? Does it sound so reassuring? Those turrets look threatening. Так, турели. Why would a place like this need so much protection? Хорошо, ну можем стрелять. Отлично. О, тихо. Что мы тут? А, дверь. Стреляем как Тони Старк, кстати. Из руки. Ты умрешь сегодня? Ну, типа, да. А мы куда-то, короче, попали, походу. Пью-пью-пью. Как в Звездных войнах. О! Рукопашечка пошла. С них что-то падает. Сейчас соберем что-то выпадает, какие-то сферы. Возможно, пригодятся. Воу, ракеты. Зажмите левый Ctrl. Я куда-то их выпустил, а куда-то они улетели. О, киборги. Так, ну-ка. Подыхаем. Инопланетяне. Ой, я могу им, кстати, походу бошки отрывать. Во! Фаталити, блин. Добивание, короче. Так, они вот здесь, походу, живут, да? Так, это у нас подъемник. Во. Так, дальше что? А, вот. А, ну, побежали. Нет, такого киборга, конечно, классно иметь. Pretty creepy. Так. Терминал, хорошо, открываем. А, во, карта. Так, ну давай вниз. Это телепорт.
Сейчас откроем. Апгрейд. А, это платформа для апгрейда, походу. Да, смотрите. Скинчики можно поменять ему. Ну, он классно выглядит. Fast Travel. А, не хватает на это. Тут еще комбо какие-то есть. This place is a real maze. If you feel lost, just look at the map. Так, ну все, что вот это вот умирает, это все мне дает. Опа, полетели ракеты. Все, что умирает, дает мне вот эти вот синие шары, которые можно апгрейживаться. Закрыта дверь, да? Хорошо. Могу летать вот так вот. Сейчас я ему крылья оторву. Задницу засуну. Так, куда-то убежал куда-то или что? Улетело? Какой-то пароль нужен сюда. Тут какой-то апгрейд, что ли, лежит. Но туда пока не пройти. Бам. Но добивание такое, знаете, одинаковое. Быстрее, по-моему, их просто застрелить. О, а new skin, а новый скин это. Хорошо, надо посмотреть, что за скин нам дали. Блин, тут тоже закрыто. Куда идти? Тут пароль какой-то нужен, да? Хорошо, я тебя понял. Все. А где карта? Можно посмотреть карту? Побольше размером. Так, а что за скинчик? Давайте посмотрим. О, нормально. Возьмем его. Так, где-то мы еще не были, да? Так, а как можно посмотреть карту? Можно глянуть? Так, я где-то что-то пропустил, походу. Где-то что-то упустил. Так, где-то что-то упущено. Сейчас найдем. Где-то я что-то упустил. Паскод, хорошо. Здесь у нас никуда там не попадаешь. Тоже скинчик, да, какой-то.
Здесь тоже закрыто. Ну как-то же надо открыть его. А вот здесь что-то есть, смотрите. Белая точка. Вот. Скажи, что-то упускаю. Сейчас я ему башку оторву. На. Так, а вот это, походу, паскод. Не, ну разрушаемый здесь есть. Как бы нормально все. Так, сюда не пройти еще, да? Не стану добивать их, я так вот просто в рукопашку их завалю. Так, открылась та, да, лаборатория, которая вот здесь была. О, вы откуда взялись? И так умрешь. Сюда. Step up and kill me, if you can. Кого-то подорвал там, да? А, они телепортируются еще сюда. Сейчас я тебя залуплю. Куда ты щемишь? Я на киборге. Так, а тут, походу, ничего, да? А, тут проход. Воу, это сейчас мы сломаем. Бам! Нечаянно я все сделал. Так, ну нам куда-то сюда. Просто машем, и все подыхают. Ладно, быстрее махать, чтобы... У меня ракеты... Ой! Ракет нету. Так, надеюсь, всех поубивал. Тут еще паскод был. Так, это я все соберу. О, у меня уже 200. Можно что-то апгрейдить даже. Жуки, 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 жуки. Слабенький вот этот лазер, надо его прокачать, наверное. Там, по-моему, есть прокачка вот этого лазера. Ух ты! Ну то, что тут все взрывается, это прикольно. На Кримсленд похоже чем-то игра. А это ХП.
Так, а здесь нужен паскод? Угу. Блин, даже прыгать можем здесь, офигеть. Так, хватит вылазить. Иди сюда, я сейчас руки оторву. Задницу засуну. Так, паскод. Забираем. Так, просто вас застреляем. Так, все, да? Тут мы взяли. Тут ничего, да? Дверь за нами закрывает постоянно. Жуков не так много. Не так много. Блин, застрял, по-моему, где-то. На, ракеты полетели. Так, еще проход. Вот эту надо лупцануть. Это открывает нам вот эту штуку, да? Тут же больше ничего нету. Тут хпшка лежит. Удобно, что можно так вот флешиться, и оно особо нигде ничего не тратит. Давайте вот здесь сейчас сохранимся. Так, это моя база теперь. Вот, смотрите, можно, короче, клинки улучшить. Можно, наверное, улучшить эту штуку. Вот она, стрельба, наверное, да? Как-то так. Вот клинки. Ну, это ракеты спешл. Так, 200 стоит. Ну-ка, и что мы там получили? О, видели? Тема, да? Вот сейчас можно нагибать просто. Ладно, давайте здесь... Не, хотя давайте чуть-чуть пройдем вперед. Посмотрим, как сейчас будем разбирать их при помощи вот этого рукобластера. Вот сейчас нагибулин прям идет. Кто тут? Что тут? Вообще насрать. Просто нагиб. Так, тут закрыто. Понял, понял, понял. Тут где-то должно быть. Вот здесь ключ. Давай, вот так вот. В линию. Выстраивайтесь. Сейчас я вас тут пиздить буду. Так, все, что ли? Вот у нас вот эта штука. Откроем сейчас ее. Сервер-рум открыли.
сломаем. Неповадно было. Ну, ракетницу можно тоже, конечно, прокачать, тот, который и вылетает. Чтоб по два раза можно было выпускать ее, а то она что-то какая-то это максимально. Так, вот там сверху закрыто. Теперь открыто. Тут тоже опять повылазили. Сейчас их взорвем. Он стреляет быстро, но как-то дамага не очень много. Робот с нами общается, получается? Или мы в роботе, или мы как бы фиг его знает. А, ну тут, тут уже конец, походу. Эксит. Давайте здесь останавливаемся. Прикольная игра такая. Убить время, как говорится. Босс, что ли? Сейчас он, они договорят. I now understand why Dad named you Blackwind. He just used the same initials of the B Wolfram. Какой робот сейчас будет, походу. It sounds a bit creepy when you say I. Ой. Найдите коммуникатор. А, ну надо... Так, ну тут надо наверх залазить, получается. А, вон, здесь цепляться умеет. Ладно, давайте здесь останавливаться. Всем, кому понравилась игрушка, берите на заметочку. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.